Друзья мои, всем привет! Коротко о главном и о том, о чем интересно не только мне, но надеюсь, что и вам. В общем, очередная рубрика новостей у нас на канале, поэтому усаживаемся поудобнее и впитываем. Буквально позавчера, а именно 3 февраля, в сеть попала одна достаточно интересная фотография, на которой изображен глава отдела тестирования и разработки продуктов компании Xiaomi Ванг Тенг Томас. По большому счету он нам не интересен, но очень интересен тот девайс, который он держит в руках. Это, друзья мои, один из самых ожидаемых флагманов 2019 года – смартфон Xiaomi Mi 9. На фото очень хорошо видна тыльная панель смартфона, которая, как и ожидалось, выполнена из стекла с определенным градиентом. Помимо этого видим тройную, вертикально расположенную основную камеру, но не видим сканер отпечатков пальцев. Однако из достоверных источников мне известно, что он будет интегрирован в сам дисплей и будет работать по всей его площади. Что касается остальных его технических характеристик, о них уже давно известно, я о них рассказывал в одном из своих роликов. Ссылочку на это видео я оставлю внизу в описании, так что кому интересно или кто еще не знает, переходите, смотрите. На самом деле китайцы в один голос утверждают, помимо того, что Xiaomi Mi 9 является одним из самых ожидаемых флагманов в начале года, он также будет самым эталонным смартфоном в таком понятии, как цена-качество. И официально покажут нам его, скорее всего, уже в конце февраля на выставке MWC 2019. Так что осталось подождать немного. Ну а пока у меня есть для вас еще парочка интересных новостей о суббренде Xiaomi компании Redmi. Время пришло. С таким интересным лозунгом компания Redmi уже 12 февраля планирует представить улучшенную версию смартфона Redmi Note 7 с одноименным названием, только с приставкой Pro. Из достоверных источников стало известно, что помимо улучшенных технических характеристик, новинку также оснастят самой топовой камерой в сфере смартфоностроения. Это 48-мегапиксельный модуль с сенсором от Sony IMX586. Друзья, если быть до конца с вами честным, мне очень много известно о новом Redmi 7 Pro, но об этом уже в следующем выпуске. Хотя, если никто и ничто не нарушит мои планы, мы с вами сможем побывать и на самой презентации. Но вопрос в том, на какой из них. Потому как уже 15 февраля этого же года компания Redmi планирует представить свой первый доступный флагман, работающий на новом процессоре от Qualcomm Snapdragon 855 со сканером отпечатка пальцев, интегрированным в дисплей. Соответствующий постер под названием Redmi X активно распространяется по соцсетям. Так что вполне вероятно, и это скорее всего, мы с вами побываем на презентации смартфона Redmi X. Друзья, на самом деле у меня еще очень много интересных новостей. Презентация Coolpad 3, новинка от LG Goodbye Touch, гибкий Huawei, а также MWC 2019. Так что следующий ролик обещает быть интересным. Подписываемся, лайкаем, пишем комментарии. До новых встреч!